Привет, мои хорошие. Я уже, конечно, давно не снимала видео. Прошло больше 2 лет, я так думаю. Вот. И, простите за мой внешний вид, я решила снимать видео снова. Если, конечно же, вы не против. Я буду снимать просто обычные видео из своей жизни. Все, что у меня происходит, это будут некие влоги. Вот мне, честно говоря, самой очень нравится наблюдать за людьми, просто которые показывают все, что у них происходит в жизни. Это не просто статические видео, когда ты просто вот сидишь, смотришь в камеру и что-то показываешь и рассказываешь. Это будут просто формата влоги. Буду показывать все, что я там покупаю, все, что делаю, какие книги читаю, что рисую, что вообще делаю на протяжении дня, если будет, конечно же, получаться, потому что тоже и работа, и другие заботы также есть. Вот. Надеюсь, вам качество видео, в принципе, оптимально нормальное, вот, потому что у нас уже пасмурно, поэтому солнышка нету, и видео выходят не такие, конечно, насыщенные и яркие, как бы хотелось, но будем верить в лучшее. Вот, я очень-очень рада возвращению, потому что я уже давно думала над этим. Сейчас те, что смотрю вверх, потому что камера мне внизу, и я не могу привыкнуть к этому. Я уже думала над тем, чтобы возвратиться на канал давно уже. Были, конечно, определенные ситуации в жизни, когда просто я была эмоционально подавлена, правда, это действительно очень сложно, когда ты не можешь сосредоточиться ни на работе, ни на чем другом, а еще тем более снимать видео, где действительно нужен позитивный какой-то посыл. И не хотелось как-то, знаете, на кого-то выливать то, что я чувствую внутри. Думаю, это никому не нужно. Вот, поэтому хотелось как-то перебороть это все внутри себя, переболеть, и тогда уже действительно уже с новыми эмоциями и силами приступать к чему-то более такому творческому, как снятие видео. Вот, так что надеюсь, что вы меня поддержите, если вам будет интересно за мной наблюдать. Вот, буду рада снимать для вас видео, радовать чем-то интересным, возможно, какие-то будут вопросы, так что буду очень рада на них отвечать, если будете, конечно же, их задавать под видео. Вот, и вообще очень рада, что я вернулась и готова творить что-то новое, интересное. Так что, да, канал, я думаю, у меня будет в формате влогов, просто буду показывать то, что действительно у меня происходит в жизни. То есть, если раньше, допустим, я там ставила камеру и что-то вот там проговаривала и показывала на видео, то сейчас это будет все в формате влогов. И как раз в процессе всего я буду показывать, что у меня происходит в жизни. Поэтому очень вам благодарна, за внимание. Первое видео выйдет, конечно же, немножечко коротеньким, но все же. Очень благодарна вам за все. И думаю, до новых встреч. Всем пока, с вами ваша Саша.